Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 27 лет. Я основатель и владелец мастерской PlastCraft, компании, производящей уникальные изделия под заказ. 3 года назад я создал ее, изготавливая игровые сувениры, артефакты и реквизит для сценических выступлений. Затем, благодаря моему опыту в рекламно-производственной сфере, я занялся и созданием интерьерных изделий, арт-вывесок и рекламных конструкций. Заказы поступают со всей России и даже зарубежья. Я работаю над развитием, налаживаю партнерские связи, собрал творческую команду, участвую в ярмарках и конкурсах. В прошлом году я вышел в финал программы «Ты предприниматель» и выиграл стажировку в крупных производственных компаниях Томска. В квартире, где я живу, оборудована комната для работы. Там есть почти все, что нужно – верстак, ручные инструменты, 3D-принтер, помогающий мне при создании сложных и точных деталей. На компьютере я подготавливаю 3D-модели и векторные макеты для фрезеровки или гравировки. Среди моих работ разнообразные пушки, предметы для квестовых комнат, вывески, одна из которых, исполненная в стиле лофт, сейчас украшает известный ресторан нашего города. Я всегда ищу возможности к созданию чего-то необычного, выдающегося. 2 минут слишком мало, чтобы рассказать обо всем, чем я занимаюсь. Но я не без оснований могу утверждать, что моя мастерская может изготовить все, что угодно. От формочек для печенья до большой красивой вывески.